Просто жалко будет озеро. Очень жалко. Калманский район – поселок при разъезде Шиловский. Недавно здесь практически разрушилась плотина, которая не видела капитального ремонта больше века. Жители бьют тревогу. Уже в следующем году большое озеро превратится в болото. Искупалось народу. Тут как, она как жемчужина была, это озеро. И соседние из деревень приезжают. Они сейчас приезжают, люди, сюда купаться. Потому что да, дальше не в Шилово, здесь вот дальше в деревне. Нет уже близко озер таких. Их вообще нет. В этом году еще может оно простоять, может быть, а весной его не будет, если его не сделать. Жители пытаются привлечь максимум внимания к проблеме, обращаясь в различные инстанции, в том числе в ОКЗС. Я сделала запрос и в администрацию Калманского района, и сделала запрос в прокуратуру Алтайского края, поэтому мы... Ответов пока еще нет, запросы я сделала только 8 июля. По словам жителей поселка, накануне озеро посетили местные чиновники. Однако пока этим все действия и ограничились. Мы, в свою очередь, получили следующий ответ от администрации Калманского района. Плотина на реке Маховушка находится в муниципальной собственности администрации Шиловского сельсовета Калманского района. Сведения о разрушении плотины и угрозе населенным пунктам в администрацию района не поступали. При весеннем плановом обследовании разрушений, угрожающих населенным пунктам, установлено не было. Каких-либо предложений от населения в адрес администрации Калманского района не поступало. Администрация района также сообщает, проведение ремонтных работ не запланировано, так как плотина не является муниципальной собственностью Калманского района. То есть они даже не знают, что у них как бы в районе происходит. Я думаю, что по ответу тогда мы уже будем добиваться, там тогда уже через правительство, чтобы внесли в программу. Конечно, здесь уже мы подходим, грубо говоря, к рассмотрению бюджета. Сентябрь-октябрь будет. Я буду, естественно, вносить изменения в бюджет по поводу вот этой плотины, да, чтобы деньги выделились, и включить в программу. Ну а там примут, не примут. А мы вместе с жителями поселка пока продолжим наблюдать за тем, как разрушается плотина, а озеро превращается в болото. Юлия Щепина, «День с толком».